110 лет назад постановлением Барнаульской городской думы Общество охотников конного бега была выделена земля для строительства зимнего и летнего ипподромов. За эти годы многое было, но главная задача ипподрома оставалась неизменной. Здесь испытывали племенных лошадей. Кстати, Барнаульский ипподром по-хорошему выделяется на фоне остальных ипподромов в Сибири. Барнаульский ипподром славится резвостью, это самая резвая дорожка в Сибири, и поэтому за рекордами, за улучшением результатов, как спортсменов, везут к нам. А это вот за счет чего? Это покрытие какое-то? Да. Как это покрытие, это геометрия круга, то есть это виражи, это наклон, это угол дорожки в виражах, в поворотах, которые помогают лошади, ну как бы нагрузку равномерно на конечности распределять. А это первый старт для лошадей орловской породы – 2 лет. Дистанция серьезная – 1600 метров. Лошадей, как и настоящих спортсменов, серьезно готовят к забегам. Питание, специальные тренировки и, самое главное, много забегов. В первой гонке с большим отрывом выигрывает лошадь по кличке Замполит. Здесь без интриги на финише не обошлось. Расскажите о финише, что там было на последних метрах, вас едва не догнали, но там лошадь почему-то перестала бежать. Ну, на финише, получается, он хорошо ответил, поддавил лошадь, а та уже, в принципе, на пределе бежала, и она допустила сбой, но я не видел, я смотрел только за своей лошадью, и она отвалилась, и мы выиграли, в принципе, в одинокого. Призовой фонд за первый заезд составил 100 тысяч рублей. Однако денежный приз победитель сможет забрать только после допинг-контроля. По правилам, после заездов у лошадей берут анализы на наличие запрещенных препаратов и отправляют на проверку. Не куда-нибудь, а самолетом в Турцию. После месяца проверки, если нет нарушений, то результат официально засчитывают. Юлия Щепина, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.